Выходные – это маленькая новая жизнь, насыщенная чем-то интересным, чтобы не показалось, что они прошли как одно мгновение, а вы ничего не заметили, необходимо проводить их с пользой и удовольствием. О том, где и как это можно сделать, рассказывает Наталья Федорова. Каждые выходные в столице Верхневолжья буквально кишат интересными и полезными развлечениями, особенно летом. Так, в субботу и воскресенье в городском саду под открытым небом пройдет фестиваль уличного кино. На фестивале будут представлены фильмы из внеконкурсной и конкурсной программы, куда вошли 9 лучших короткометражек последних лет. Помимо фильмов, гостей мероприятия ждет лекция от лектории «Живое слово», где расскажут, как устроен съемочный процесс, кто в нем участвует и почему в Твери снимают так много фильмов. Возрастное ограничение 16+. А перед показом фильма, в который будет 8 вечера, у сцены городского сада вы сможете научиться танцевать ритмичный и качающий вестко-свинг, грациозный романтичный бразильский зук, а также динамичный и эффектный хастл. А 24 июля с 14 до 15.30 все желающие смогут немного размять свои кости и присоединиться на встречу знакомства с направлением сахаджа-йога. Так вы не только познакомитесь с интересным направлением йоги, но и получите мастер-класс по медитации, общению и живую музыку. Мероприятие бесплатное и не требует предварительной записи. В ландшафтном парке Тьмака сейчас полным ходом идет подготовка к фестивалю креативных индустрий «Рельсы-фест», который пройдет уже в эти выходные. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. В рамках фестиваля исследователи и лидеры креативных индустрий из разных городов России поделятся своим профессиональным опытом. Здесь будет шикарная образовательная программа, несколько лекций, несколько паблик-токов, потом еще фильм. Будем обсуждать креативные индустрии, как они влияют на развитие города, поэтому всех обязательно ждем. И также здесь будут разные корнеры. Это наши городские, тверские. Ребята будут продавать вкусную, интересную еду и разные украшения и хендмейд, которые ребята здесь сами создают у нас в городе. Жителям, а особенно гостям города, не стоит забывать и про прогулки на теплоходе, на которых можно всей семьей полюбоваться живописными берегами Волги, подышать свежайшим речным воздухом и сделать невероятно красивые фотографии. А после прогулки на теплоходе не выбрасывайте свой билет, ведь именно с ним вы сможете получить скидку 10% на посещение обзорной площадки в бизнес-центр Тверь. А после посещения обзорной площадки можно насладиться вкусным ужином в ресторане «Панорама» на 22-м этаже. Разнообразная кухня, теплая гостеприимная атмосфера ресторана и, конечно, бескрайние просторы города – именно так должен заканчиваться идеальный выходной.